По поручению главы региона Олег Гречников контролирует ситуацию по повышению заработной платы на предприятиях Димитровграда. Именно поэтому советник губернатора посетил завод по ремонту грузоподъемных механизмов. Трудовой коллектив 60 человек, средняя заработная плата 17 тысяч. Поэтапное повышение оплаты труда с сохранением штатной численности – это основная цель переговоров советника губернатора с руководством предприятия, о чем он и сообщил рабочим. Уже подписано порядка 26, по-моему, соглашений на сегодняшний день. Значит, а всего предполагается около 40 соглашений. Около 40 предприятий подпишут это соглашение о повышении заработной платы в течение 2013 года на 15%. Значит, вот будем обсуждать с вашим руководством после нашего сегодняшнего собрания. Руководство завода понимает необходимость повышения заработной платы, но существуют трудности, которые планируют преодолеть. Мы сейчас состоим в одном полдоговоре со всей площадкой ДАЗ, но при этом знаем, что то есть ДАЗ получил дотации на повышение заработной платы. Нам эти дотации, они, то есть, нас никак не касаются. Сейчас мы говорим с руководством завода, говорим с правковым ДАЗа, найти выход из создавшегося, то есть, положения. Татьяна Баловнева, Анжелика Боровинок. Новости Димитровграда.